Сейчас пойдет, здравствуйте, речь о карандаш, ну как карандаш, корректор, да, я так понимаю, там, в принципе, прыщики всякие за 180 люмины, а нет, Эвелин, ну, я считаю, неплохой косметикой и недорогой. За 180 я взяла в магните, ну, хозяйственный магнит, там, магнит-косметик. В цене 180 рублей. Он был самый дешевый, там, что можно было купить корректирующий. В общем, что им можно покорректировать, зачем я его вообще взяла? Вот какие-то вот маленькие морщиночки, вот даже немножечко видно. Он корректирует. Там я когда накрашу, покажу. Танака у меня нет. И сейчас на лице у меня тоже нету танака. Возможно, вот здесь полосочку сделать. Вот она заметно растушевать. И синячочки под глазами. Я для этого. Хотя это, возможно, для прыщей. Вот здесь вот тоже у меня морщиночка. Никаких ботоксов у меня пока нету. Когда я накрашусь, я покажу, что и где я им сделала. Здесь какую-то корректировочку можно сделать. В общем, недостатки и неровность.